Привет всем. Утро, 14 февраля. Выходим в море на промысел за осьминогом. Вот такие же ловушки у нас стоят в море. Погрызенные. Погодка нормальная. Минус 5-6 градусов. Ветерок до 7 метров в секунду. Вперед. Что-то у нас тут небольшая поломка. Мотор старый, судно тоже. Японское. Выходим в море. Красотища. Вот, подходим к первому порядку. Нашли буй. Куда порядок идет? Капустой все заросло. Однолетка. 3 месяца не поднимали. Вверх. Трудяга работает. Ветер и волна отжимная. На сегодня и на завтра. Завтра вообще спокойный день по сравнению с сегодняшним должен быть. Хотя шаг волны указан 4-5 метров. Сегодня 8-9. На уши. Первый порядок. Первая ловушка пустая. Но ловушка что-то чистая. Ее кто-то проверял уже, пока нас не было. Симакова. И дальше пошло Яблочное, Садовники. Давай, ловушечка, удиви нас. О, попадается здесь звезда морская.
Здесь глубина небольшая, всего 20 метров. Сейчас пойдем, я покажу. Сейчас ловушку посмотрим. Ну. Вот он попался, маленький осьминожек. Не песчаный, это осьминог до флейма. Он маленький. Таких отпускать. Назир, отпусти его. Давайте отпустим его. И вот нам попался гигантский осьминог до флейма. Работаем. Все, пока держать. Вот он. Большой. Да, корзину можно туда. И чтоб сразу корзину падал. Гигантский осьминог до флейма. Подходим, вон он буй. Так, мы находимся на глубине 28 метров. Вот у нас порядок еще стоит. Глубина 53 метра. Вот 20 метров. Работаем. И вот приехали мы в Яблочное на порядок. Вот здесь попался нам гигантский осьминог. Осыпали солью его. Тихонечко вылазит. Попался гигант. Ловля идет. Осьминог тоже клюет немножко.
неплохой улов. Всем спасибо за просмотр.